выезжаем. Надеемся, что сегодня победим его. Этот ячмень колючий. Сейчас третью включил, транспортную, и погнал. Зараза прихватила все-таки горло вчера. Так что сегодня комментатор будет сиплый. Спидометр, конечно, на газончике чешет, но хочу сказать, по системе расположения ГСТ, вот таком, как на Доне мы сделали за двигателем, Ниву, наверное, до полтоса можно разогнать. Но вопрос в другом, что ее не удержишь. Я хотел заднюю балку расширять, но передумал. Надоело уже. Если честно, немножко эти модернизации. Основное рабочее сделали. Дай бог. А так, конечно, если балку расширить, то наваливать можно. Будет летать. Что бешеное. А так вот, тридцатник едет нормально. Более-менее. По-любому обочину приходится держать, чтобы на встречку не выезжать. Но тут-то недалеко, в принципе, от поля. А вот на дальние поля, там по полевым дорогам ездим, там особо не разводишься, тоже смысла нету. Ехали на место. Эх, пыляка пошла. С утреца обдул весь, промазал. Посмотрели, кое-где косячки. Исправляли быстренько. Можно убирать. Эту загоночку докосим и на край. Ну, сразу скажу, по ощущениям сыпет меньше, чем в том году. Логика, да? В том году засуха какая была, а ячмень уродил. В этом году ливни. Ну, что-то не так. Хотя система выращивания была, как и в том году. Все. В один. Ну, единственное, что селитра чуть-чуть борщанули. Ну, это из-за технической неисправности, я говорил. Ну, и еще так, не в оправдание себе сказано, а вообще, этот участок почему-то всегда урожай чуть ниже. Вот именно этот, под Новомалороссийской у нас, с курганчиком. Остановился, пойду посмотрю. Так, сегодня первый бункерок пошел. Обычно пока батя выгружает, я так со стороны комбайн смотрю, все крутится, вертится. Но, блин, ячмень с его пылью близко не подпускает. Поэтому так со стороны обсмотрел. Все нормально, хорошо. На пшеничке проще там. Хоть впритык ходи. Ну, впритык ходить, конечно, нельзя. Техника безопасности превыше всего. Так, ходишь по полю, конечно, есть потери. Колосочки. Ну, специфика уборки ячменя. Если в том году он весь был ровно стоящий и в жатку сам ложился, то в этом году весь покрученный. Ну хорошо, хоть не лежит прям на земле. Кто не смотрел, посмотрите предыдущее видео. Я показывал, когда его ложила. Я думаю, если бы стимулятором не работали, то он бы лежал бы напрочь. И не поднялся.
А так все-таки междоузлие у него сильное, и он поднимался. Ну а последний раз, когда уже с колосом, тут уж извините. Тут никакой стимулятор не поможет. Привез обед, быстренько перекусили и дальше. Это уже третья машина сегодня. Дал бы Бог еще ее и две машинки хотя бы набить, и было бы хорошо. А там посмотрим, что получится. Что не получится, все наше. Пошло облако пыли. Вот как видно уже. Где клюнул, ну это еще видно давно, вон он лежит там тоже. Обидно, конечно, что часть остается на земле. Ну, это специфика такая уборки ячменя. Надо срочно сегодня добить. Вот уже клюнутый. Он, по идее, будет от легкого прикосновения осыпаться. Постараемся. Главное, чтобы техника не подвела. Пошли край раскашивать соседских подсолнухов. Остается уже совсем чуть-чуть. Подсолнушки уже вот-вот зацветут. Даже вон один уже цветет. По пропашникам картина, конечно, нормальная сейчас. Влаги им хватает. Но еще до конца лета далеко. Преждевременных выводов никогда делать не стоит. Последний проход на всю жатку. Чуть-чуть гривочка осталась. И вот чуть-чуть гривочка. Но это уже на закуску, так сказать. Ну вот и все, друзья. Победили ячменек. Обдуем сейчас комбайн, чтоб дома не сорить. Там батя гривки скосил, где-то с полтонны в бункере еще. Выгрузимся, поедем до дому, подытожим, что у нас получилось. Ну все, друзья, справились. Подсчитал, всего намолотили 100,5 тонн с 15 гектар. Это получается, зараза, получается по 67 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это хороший результат, но хуже прошлогоднего результата. Почти на 10 центнеров. Ну, будем радоваться тому, что есть. Мы одержали небольшую победу в уборке ячменя.
Но нам предстоит еще большая уборка пшеницы. Так что всем спасибо, кто был с нами, кто следит за каналом, кто поддерживает нас, ставит лайки. Всем всего самого лучшего, хороших урожаев, мира, тепла, добра. Всем пока!